ну какие сейчас фрики есть, блядь, Варламов там. Спасибо. НПС Максимка. Твой контент топ, твои видосы будто шикарная грудастая тёлка андеграунд показала сиськи девственникам-нормисам вроде меня. Ничего, чувак, бля, быстрее начнешь, быстрее закончишь. Спешить некуда. Вот ты позанимаешься сексом с женщиной, и это не значит, что ты после этого станешь каким-то гига-альфа-чем, а скорее всего еще она тебя закабалит как-нибудь, понимаешь? Придется тебе заниматься с ней сексом на постоянной основе, как бы. Так что не рвись, чувак, ты ничего особо не потеряешь. Компьютерные игры все равно круче. Типа, ну а если это произойдет как-то спонтанно, типа, подумаешь. Ничего страшного, братка. Быстрее начнешь, быстрее закончишь, не спеши с этим. Придет еще твое время. Будут еще сиськи в твоей жизни. Отбоя от них не будет, если продолжишь смотреть мой канал, братка. Спасибо за 150. Юрий Белка, 150 рублей. Салам алейкум, мне 31. Месяцок назад наткнулся на бэкрум контент. Прикольно первые 15 минут. Ну, блять, мне 10 минут показалось не очень уже. Какой контент посоветуешь заценить согласно моего возраста? Бля, ну в твоем возрасте, не знаю, надо там оперы какие-нибудь смотреть, оперы, фильмы, блять, с повороте, блять, кино там, не знаю, книжки читать. Это я закабалился вот этими всеми крипи хуйней, как бы, потому что я деньги хочу, как бы. А у тебя вся жизнь впереди, ты свободен. Можешь сидеть смотреть Хованского, смотреть меня. Типа. Так что, братишка. Хоррор-контент. Ну, не знаю. Подписывайся на Центросибирские хроники. Лучше ничего не предложу. Кизуцуна. Вот самый сок проскипал. Ну, блять, в таком случае... Я не буду смотреть, блядь, 20 минут хуеты, чтобы 2 секунды кайфа увидеть, блядь. Извините, блядь, я уже смотрел, нахуй, фильм «Потрошители», блядь, в котором, типа, концовка заебись, а все остальное кал, блядь. Ёпта. И фильм «Дум» я тоже смотрел, блядь, нахуй, ради двухминутной сцены. Второй раз не хочу, блядь, пересматривать все что угодно, кроме, блядь, сцены, где Карл Урбан, нахуй, от первого лица бегает, блядь, и расстреливает всех, чувак. Если, блядь, все остальное такая душная хуетень, то, наверное, блядь, наверное, и не стоит на это тратить свое время, я думаю, как бы. Ну, проскипал и проскипал, что уж теперь поделать. Пришла стипендия, могу донатить. Да, всех, блядь, с праздником, господа, всех с каникулами. Бэкрумы не годятся ни на что, кроме мемов и тех мало, которые на среднем... Да, с Питером Гриффином, например. Спасибо за 150 рублей. Как говорил мой друг, из говна ничего не лучше, чем говно не сделаешь. Ну, был какой-то же скульптор, который из оленьего говна, по-моему, корабль построил. Ну, как вот именно корабль, как модельку, типа, из Вархаммера, блядь. Подпивасыч, 150 рублей. Мужики, зацените лут. Удачного стрима. Кстати, да, надо добавить видосы в очередь. Надо добавить видосы в очередь, которые скидывали. Спасибо. 150 рублей Франциози. Если будешь смотреть мой канал, отбоя от них не будет. Вот это уже страшно, вырубай. Нет, мы идем дальше. Видео от Баттингтона. Баттингтон топ-канал. Будем смотреть все и говнить, как обычно. Marcus, you should be thinking about the perfect toy to ask the toy maker to make. Oh, is the toy maker in town? Yes, yes, come on, let's go. Школьники. Ну,
Ну чё, пацаны, трах или кал? Или опять Мишка Фредди очередная? Или всё-таки трах? I don't see him. Where could the toy maker be? Спасибо, Кизуцуна. Это где это я тебя нахуй послал? Well, hello, children. What can I do for you today? Me and my brother were wondering if you could make us the perfect toy. Well, of course I can. Yay! If it were possible. Ну давайте опять же досмотрим до монстра. Well, you see, children, I can make toys that blink. I can make toys that walk. I can make them eat, and I can make them talk. I can make posters that read. They are fun, fun, fun. But these toys just aren't fun for anyone. But why, Mr. Toymaker? Well, you see, children, the secret to any good selling toy is to make them lifelike. You see, my toys can blink, but they can't see. My toys can walk, but they can't dance. My toys can eat, but they can't taste. My toys can talk, but they can't sing. I've been thrown away like a broken toy. Believe me, children, I've tried to make the perfect toy, but I can't do it all on my own. Oh, boo-hoo. Is there anything we could do to help? Why, yes, there is. Так. Well, what is it? There are three main ingredients that I need. Данный кошмар спонсируется агентом из Черногории. Вы теперь агент. Пиздец, пацо, 80 евро, я ебал. Спасибо огромное за 80 евро. Хорош, мега хорош. Спасибо, братка. Ебать, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Лисичечка танчует. Лисичечка танчует и говорит Adidas. Благодарю. Ну это прикол из Local 58, так-то. Посоветую контент годный, чтобы аж уснуть было сложно. Выходные данные почитывал Маркопедию в свое время до крипитреды. А сейчас на Маркопедию, по-моему, без VPN даже зайти невозможно. И, кстати, я даже не знаю, с чем это связано. Неужели с Украиной, блядь? Я тоже Маркопедию читаю периодически. Не знаю, блин. На самом деле... А ты только на Ютубе будешь кошмары интернетов искать. Я думал, ты в Dark Web полезешь или типа того. Мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый. А, спасибо, Франциози. Ну, не знаю. Посмотри мое видео по фетиш-каналам номер 2. А, спасибо за 150. А вот по поводу Круглена... Я бы, может, и поискал в дипвебе, но, братка, блядь, мы на стриме не можем это смотреть. Ёбаный в рот. Anything, Mr. Toymaker? The next thing I need is your dog. What? What do you need him for? The toy needs to be happy. And it can't be happy without a friend. But... Don't you want it to be happy?